сюда. Иванка ли там? Дело очень много гонки. Да. А вы знаете, вот что такое мины пожарные? Да. Ехать врубай. В другую сторону. Спасибо. Что для вас День народного единства? Что вы об этом знаете? Ничего. Какого числа он празднуется? Без понятия. Ой, что забыла? А вы знаете, кто такой Минин Пожарский? Естественно. Кто это? Это два князя, по-моему, в Москве стоят по памятникам. А что для вас День народного единства значит? Ну, я так считаю, что все должны быть едины, любить друг друга, уважать. Крепко-крепко. А вы знаете, что такое смута? Смута, когда все бунтуют. А как вы думаете, чему бы удивился Сергей Радонежский, если бы попал в наш век? Чему бы он порадовался, чему бы огорчился? Мне кажется, у нас вообще сейчас радоваться-то мало. Чему? Вообще-то по жизни, по нашей. Ну, а чему бы он огорчился, наверное? Что мы все-таки потеряли Советский Союз. Мне жалко, что вот больше всего. Ну, я, в общем-то, не знаю, в то время же не было Советского Союза. А как вы думаете, любовь сможет предотвратить смуту? Что происходит? О, это, наверное, надо быть. Так, ребята, мы все под... Это значит, что все люди братья. А вы знаете, кто такие Минин и Пожарский? А кто это? Скажите, пожалуйста. Объединили Русь под своими знаменами. И против. А как вы считаете, любовь могла бы предотвратить смуту? Любовь к народу, к вере. Наверное, конечно. Я думаю, что... А вот смута любовь, это что, по-вашему? Красота должны спасти мир. Кто сказал, кстати, не знаете? Нет. Достоевский. Сергея Радонежского в первую очередь была любовь. Он нес ее людям, своим ученикам. И Сергей Радонежский смог приручить медведя. А второе слово связано с тем, что находится здесь. Доверие. Нет. Что это предметы? Повторяю, просто много здесь. Домой. Выйди сюда поближе и скажи это громко. Замки. А с чем связаны замки? Как больно мило, как странно, сроднясь земле с двумя цепями. Как больно мило, как странно, раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце, пройдется через свидание. Не зарастет на сердце, пройдется. Числа мы празднуем День народного единства. А что для вас значит? Ну, раньше мы 7 ноября отмечали День единства. Был праздник, а сейчас вот 4-го отмечаем. Я из 14 века. В каком веке вы сейчас живете? Мы в 21-м. 21-м, молодец. Какой праздник мы будем праздновать в ближайшие дни? Народного единства. Да, молодец. День народного единства. Смотрите внимательно, что вам нужно сделать. Ребята, давайте в кружок, чтобы здесь тоже видеть. Да. А скажите всем, вам покормите, нужно. Картинку смотрим, ребята. Видите, короче, а вы знаете, какой праздник празднуется 4 ноября? По-старому, то это, наверное, революция. Ребят, ориентировка. Смотрите, у нас будет задание. Найти в новом мире нашего человека. Он нас ждет. Так, нам новый мир – это магазин. Собрать ополчение и идти освобождать тебе Москву от маляков. Тебе приснился Сергей Радонежский. Мне во сне трижды явился Сергей Радонежский. Это он меня.
этот подвиг сделал, да. Боже, что, ну я вам прочитала все. Ну, вам в годах это? Да, все. Ну. У вас это, да, это только по имени. Имя? Вот, все, ищи. Два заложника. Выбирайте. Нет. Вы не прошли задание. Вот, а мы как вы, почему вы отдаете своих соратников? Вот, а почему? Они за всех и все за одного. Ну, теперь штрафные санкции. Девиз. Пока мы едины, мы непобедимы. Ну, теперь песенку мне спойте, воодушевляющую. А потом чтобы я поверил, что вы команда. Давайте песню. Давайте сразу припева. Раз. Нет, давайте. Нет. Что, у солдата выход. Один куплет и припев. Давайте. Раз, два, три. У солдата выходной, пуговицы в ряд. Солнечного дня. Ребята, на этом месте будет строиться храм. Вот это вот здание, где будет проходить самая первая служба 4 числа. У меня есть вам пару вопросов, на которые вы ответите и получите следующее задание. Кто осветил крест в месте Троицкого собора? Разгадали все цифры? Да. Кто у вас получилось такое слово? Евангелие. Евангелие. Значит,